Я всегда соблюдаю диету души. Душа обязана трудиться и развиваться. Есть такие вредные ингредиенты, как злоба, ненависть, зависть. И это ингредиенты, которые разрушают нас. Если вы от них избавляете свой разум и организм, то, поверьте мне, любую килограммовую массу ваша легкая душа поднимать будет легко и непринужденно. Что и происходит со мной. Я считаюсь дамой в пышных формах, но я при этом являюсь моделью в нашей стране, которая позиционирует красоту в богатых формах. Здоровый образ жизни я веду только с точки зрения подвижного образа жизни. Я люблю плавать, считаю это лучший спорт для женщины, особенно если она пышная. Отсутствие каких-то нагрузок на суставы, да, хорошая тренировка сердца, прекрасный метод, чтобы заснуть. И плавание тренирует выносливость, которая необходима так всем тем, кто работает в области ораторского искусства. А здоровое питание я соблюдаю лишь с точки зрения натуральных продуктов. Избавляйте себя от каких-то жирных ингредиентов, я не знаю, там майонеза, жиры, жареная свинина. А кушайте просто натуральный первичный продукт, то есть без консервантов, без консерв, пельмени, сосисек, все то, что перерабатывается, да, кулинарным способом. Ешьте натуральный кусок мяса, натуральные овощи без консерв. И вы вполне будете здоровы. А главное, начинайте утро с улыбки и начинайте его с хорошего настроения. Ничто так не лечит ваш организм, как позитивное мышление. Элементарная простуда пройдет быстрее, если вы смеетесь или повышаете свой тонус. Ну, в общем, смехотерапия – это высокий такой термометр к выздоровлению.